Приветствую, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокусы от моряка». Ну что же, вот и подошел к концу очередной месяц, сентябрь. Конечно же, в конце месяца мы, как обычно, подводим итоги нашего конкурса, который называется «Лучший комментатор». Что же, не будем тянуть время, сразу перейдем и посмотрим наших очередных счастливчиков. Ну что же, друзья, давайте посмотрим, кто у нас стал с лучшими комментаторами в этом месяце. Итак, место номер 3. И комментарий, который мне понравился, это был комментарий от матроса под ником LandPro77. И его комментарии к фокусу «Свитчи-свитчи». Итак, что же получает у нас LandPro77? А LandPro получает у нас колоду... Вот такую вот прикольненькую колоду Phoenix Playing Cards. Такая вот колода, также от нашего известного производителя United States Playing Card Company. Что же, LandPro77, поздравляю вас, эта колода теперь ваша. Ну что же, переходим к месту номер 2. Место номер 2 и комментарий, который мне понравился, это у нас было стихотворение от матроса Олег Андиев. Олег Андиев и его комментарий к обзору колоды Bicycle Street Art. Итак, что же получает у нас Олег? А Олег из сундука моряка получает... О боже мой, я не хочу отдавать эту колоду. Нет, все, хватит. Ладно, не будем тянуть время. Олег Андеев получает у нас вот такую вот красавицу The Blue Crown красного цвета. Свежая колода. Даже вот Blue Crown, кстати, даже пахнут по-другому, в отличие от байсиклов и прочих карт. Классная колода, прям аж вставляет запах свеженький. Ну что же, переходим к месту номер 1. Место номер 1, и это матрос, который написал самый классный комментарий. Видно, что парень писал от души, безо всяких надежд на победу, но такие, как обычно, и побеждают. И это у нас матрос под ником Константин Небесный. Константин Небесный и его комментарий к обзору колоды карт Bicycle Alchemy. Что же у нас получает Константин? А Константин из сундука моряка получает вот такую вот классную колоду от The Blue Crown, которая называется Board Walk. Уважаемый Константин, от души поздравляю вас с победой и с приобретением вот этой вот офигенной колоды. Да, кстати, если вы не против, то я с удовольствием сниму обзор на эту колоду, дабы остальные матросы могли знать, что это такое. Итак, Константин, эта колода теперь ваша. Ну, а кто же стал у нас самым активным? Кто у нас стал тем, кто наиболее чаще совершал какие-то активные действия на канале? Самым активным пользователем по итогам месяца сентября становится матрос с ником Роман Акс. Ну что же, друзья, давайте посмотрим, кто у нас стал самым активным пользователем по итогам сентября месяца. Итак, напоминаю, сегодня у нас 30 сентября 2015 года, время 14:20. Я захожу, как обычно, в раздел, поклонники, и выбираю упорядочить по активность пользователя. И на первом месте у нас пользователь с ником Роман Акс. Что же, Роман, от всей души вас поздравляю, в этом месяце вы лучший. Что ж, вернемся и посмотрим, что у нас получает Роман. Итак, что
что же получает у нас Роман? А Роман, по уже сложившейся нашей традиции, получает вот такую вот колоду ног фиолетового цвета. Очень классная колода, кстати, точно такая же есть и у меня. Роман, эта колода теперь ваша. Да, кстати, ребята, вот недавно в группе ВКонтакте поднялся такой вопрос, типа, как вот стать самым активным. Я заметил такую фигню на Ютубе, то, что люди, которые не только лайкают и комментируют видео, но и которые часто делятся там ВКонтакте, в социальных сетях, да, там ВКонтакте, Одноклассники, Google+, короче, те люди, которые часто жмут поделиться, делятся видео, они, как правило, становятся самыми активными. То есть YouTube вот эту фишку учитывает. Так что если кто-то собрался стать активным, пожалуйста, учитывайте это тоже. Так, ну что же. Очередной, значит, месяц подошел к концу. Еще раз от души поздравляю лучших по этому месяцу. Это LenPro77, Олег Андиев, Константин Небесный и Роман Акс. Ребята, в личку я вам отправлю всем сообщения. Ну, если не успею, хотя, скорее всего, конечно же, успею. Если не успею, то пишите ваши адреса и с полностью имя, фамилию, отчество получателя мне в личные сообщения на Ютубе. Константин Небесный, также напоминаю, напишите, даете вы добро или не даете на обзор вашей колоды. Очень бы хотелось взглянуть. Ну что же. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Не забываем, друзья, что конкурс продолжается. Не надо спрашивать Сергея, когда будет новый конкурс. Он идет, 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 идет и идет. Но победители у нас объявляются каждый месяц. Поэтому, пожалуйста, участвуйте все, кто хотите. Ну, все. Теперь точно все. Всем пока.